Всем здарова-здарова, с вами Мото, и это Car for Sale Simulator. Что мы будем делать в этой серии? Продавать нахрен две машины. Блять, ребят, вы помните, в той серии я их продал? Я забыл нажать сохранить. И чтобы немножечко поднастроить звук, я вышел. Забыл сохранить. Ну что, по-новому продаем. Как бы несложно, две машины, две просто топовые машины, я помню, за сколько я их продал, и дешевле я не подвинусь ниже. Так, это 30, так, я его за 207, за 280 вроде продал, да? Угу. А эту я за 800 выставил, за 2-3, 800 выставил, и что-то там за 760 я его продал вроде, или за 740, уже честно не помню, за 740 я продал. А автомобильный рынок сейчас будет открыт, автомобильный офис, мой, точнее, офис. Блин, ну бывает, забываю, что... Что, как, зачем, почему? А, опять уже не Бигфут. Перезашел в игру, четверка стала опять не Бигфутом. Кто не видел четверку Бигфут, посмотрите предыдущие видео, вы угорнете. Так, ага. Ждем покупателей, забирайте машины, охеренные машины. У нас сейчас нет автомобильного рынка, как было ранее. Я просто перезашел в игру, опять он слетел, все такое. Это всегда такая фигня в этой игре. Получается, стоп, а мы... у нас дом есть. Блять, ребята! Декорация. Хаус. Спальня. Фу, все, сохранилось. Я думал, блин, все по новой делать. Надо каждый раз, когда выходишь из этой игры, сохранять сам. Ну, сам. Сохранить. Вот так вот делаешь и все. Покупай, заходи, веселись. Автосалон. Тут надо перекуп и тут большая живопись. Так. Ну, ГТР проработка неплохая. Вот, реально, для игры, в которой, еще повторюсь, новый раз. Около гигабайта весит при скачке. Блять, графика самой мех машин неплохая. Графика асфальта, но... Ну, чуть лучше GTA San Andreas. Ну, как по мне, может быть, вы напишите в комментарии, что... Да, там лучше, там хуже асфальт, но, ну... Блять. 2023 год. 632. Давай мне 652. Ой, 752. 752. 2-3, 752, и я согласен тебе ее продать. Ах ты, сука. 742? 742. 1-2-3. Я ее за 740 продал тогда. Пожалуйста. Да иди ты нахер. Хочу. Все, 740, как тогда. Да и давай тебе. Именно тебе 739-999. Чего, блять? За 742 он не захотел взять, а за 739-999 он забрал. Чё, странно, блин. Ну, блин, я не пойму, почему не пофиксят диски на ВАЗ-2104. Это такой прикол какой-то, что они очень большие. Ну, вроде на всех ВАЗ-2104 они все большие. Я не знаю, можно их меньше взять или нет. Или это они как под багом. Они должны быть такие, когда на Бигфуте становится большая, ну, ВАЗ-2104. Фиг его знает, это как будто, не знаю, блин, 20-е диски какие-то. Ну не 20-е, но 18-е как будто реально стоят, 19-е. Так, ну чё, за Поршиком вообще не хотят приходить, это херово. В той серии, блядь, она не сохранилась, ёбаный урод. Знаете, что не сохранилась? Вы, наверное, поняли. Я уже ачивку последнюю получил, а здесь я типа ее не получил. Давайте все машины обмоем, последнюю ачивку заработаем. Я сам сохраню. Блять, я заебался сохранить. От этой игры ждать. При каждой продаже машин было бы сохранение, было вообще идеально. Просто сок. Просто топ. Мне Поршак не хотят покупать почему-то. Не знаю почему. Вроде нормально Поршак, чем он не нравится. Да блять, ты отмываться будешь или нет? Одну очку вот навык, клиент в офисе. Да подожди ты, блядь, подождешь. Так, что у нас еще тут грязное, блядь? Да вы издеваетесь? А, все, нашел. Так, давай его продадим, нахрен. Давай очку навыка. Все, по новой делаем. Ой, так, пересматриваем, что у нас по видосику. 435, отлично. Идет видосик 433, я тебя за 200... Я за 280 продавал. Пошел нахер. Сразу пошел нахер. Давай сохранимся на всякий случай. На всякий случай. Сохранимся. Блин, жалко, что нет хороших покупателей. Это очень жалко. А тому покупателю это целый рубль дешевле продал, чем прошлому ламу.
О, клиент в офисе. Блин, не говори, что там 225, 230, 235. Мне это не интересно, чё. Мне это не интересно. Хотя бы 240 приложи. Блять, сразу идешь нахер. Блять, что-то на паршак. Вообще цены маленькие прилагают. Давай, попробуем подлететь хорошо. А он прыгать не хочет. Ух ты ж, блядь. Блять, ты можешь подпрыгнуть, сука? Ух ты ж. Подожди. Все, пока клиент не придет, я хочу подпрыгнуть. С одной машины на другую, да, я перепрыгну. Подождите, стоп. Эти ж кусты, я мог проезжать через них давно. А проходить я не могу или что? Пофигу. Бабуль, бабусь, подожди чуть. У нас тут это дела такие, блять, похуй, блядь. Дела эти. Давайте бабусь продадим машину. Porsche 930, я думаю, если нормально цену предложить, 229, давай 280, это не ебень, даже так. 1, 2, 3. Если 270, это уже бы плохо, блядь. 270, 1, 2, 3. Ты, блядь, бабусь, ты не охуела? 265, хрен с ним. Ой, блядь, не написал. 265. 1, 2, 3. Ну, блять, все, съебалось отсюда. Страхи. Так, сохранить. Настройки. Блин, я не знаю, что-то со звуком вообще. Какая-то дичь. То он громкий был. Вот на таких параметрах он очень громкий давно был. Сейчас он, типа, блядь, нормальный. Вот так. Ну, ничего не меняется. Вот я меняю звук, ничего не меняется. Давайте заведем GTR. Офис загрязнен. Где он загрязнен? Где хоть одна хернюшка? Подожди, получается, поменял же покрытие? Да, покрытие поменял. Отлично. Фиг с ним. Давайте заведем машину, послушаем звук. Мы ее еле слышно, реально. Вот там музыка перебивает. Я не хочу, честно, ехать до дома. Он просто куплен, он есть, но я живу в Купейне. А чё бы и нет, ребят. А чё бы и нет. Это Car for Sale, тут все возможно. Все невозможно и возможно. Чё, блядь? Чего? Стоп. А что еще до этого подал в этот день? Ничего не понял. Ох, хрен себе. У нас уже 104 день. Я что-то такое, блядь, заметил, что я уже больше 100 дней не играю в Car for Sale. Ну, игровые. А так я играю, ну, блядь, не знаю, часов 30, может быть, реальных мне. Так, что нам нужно? Первым делом, убираем мусор. Сохраняем еще раз игру. Я буду на всякий случай сохранять игру, пока я это не забуду. А, мусора нет. Тогда нам нужно дождаться аукциона. А пока что аукциона нет, давайте. Блять. Не знаю, я с четверкой хочу что-то поделать. Но больше я не буду, конечно, в бифот превращать. Попробую занизить. Получится или нет, нахер знает, увидим. Блять, она быстрее разгоняется задом, чем передом, реально. И тормоза мне. Да, она сзади быстрее. И разгоняется тормоза лучше. Так, давай. Ага, подвеска. Ты же, блядь, ух ты ж, бля. Не, ну чуть надо её приподнять за сдок. Ну вот так вообще прям по кайфу. Цвет фар. Подожди, стой. В смысле цвет фар, блядь? Я думал, а чё меняется? Ну хуй с ним, давай такой. Номера. Мои любимые. Так, сейчас. Английский язык? Мото. Мото. Установить. Фару установил? Установить, похер. Подвеска. Установить. Я забываю, блядь, всегда. Колеса. Колеса нужно какие-то блатные. Ставить на четверку. О. В смысле? Тут один рисунок показан на картинке, там другой. Нахрен с ней. А, подожди, стоп. А можно как-то ее... А, она опять большой стала, или мне кажется? Блять, ей какой тюнинг не ставь, она большой становится. Сколько у нас времени? Бля. Я не знаю, что на четверку ставить, реально не знаю. Что мне, блять, можно такого прикольного поставить, чтобы смотрелось прям прикольно. И не дешево. Бля, хуйня все, честно. Ну, как по мне. Может, кому-то что-то понравилось, но мне пока что ни хера не зашло. Штамповки, блядь.
Сори, я вообще ебу. Блин, я что-то одни диски понравились, белые какие-то, блядь, я что-то проебал. Жесть, стой. Где эти диски белые? Да хрен с ним, пускай будет, 1200. Нормально. Она опять большая? Ёпта, я закачаю. А, у нас еще время есть. Слушай, она вообще не хочет уезжать. Давай, пока. Ебать, она пока разгонится. Рак на горе свистнет. А сможете вот такую машину покрасить? Я вам вдвойне заплачу. Только говорил что-то про тормоза. Я настал бигфутом, и тормоза стали никакущим. Так. Блять, я еще не отремонтировал еще. Бля, как раз все детали. Полировка. Глянец, максимум нахер. Металлик максимум. Подожди. Полировка. А цвет. Какой цвет мне сюда выбрать? Я даже не знаю, ребят. Зеленый какой-то. Подожди, а как это кончено? Вообще она как раз закончена. Вкусный цвет заводской. Так, давайте покрасю детали, покрасить. Хрен с ней, давайте сделаем ее, отремонтируем и пробуем нормальный цвет на нее накинуть. А то ну вообще дерьмо какое-то. Сейчас 0-0 аукцион, но у нас еще времени до аукциона есть. Ёб твою закочергал. А она поместится на подъемник? Блин, ну уже неплохо смотрится, конечно. Я лучше промолчу. Блять, это пиздец полнейший. Давай быстрее ремонтируй. Там осталось отремонтировать хер да ни хера. Ну блин, она... Да не, я не знаю, какой-то прям кислотный хочу цвет для нее взять. Прям какой-то кислотный. Я не знаю, как это сделать. Или что-то я не то делаю, или хз. И шаварках. Задние колеса это пиздец. Ну хрен с ним, это дичь проект. Все, ребят. Большая четверка. Блять, он... Подожди, он тоже увеличился, чел? Чел, ты что, тоже больше 700? Растяжки покушал? Так, стоп, стоять. Ага, давай мне какой-то кислотный цвет. Я кислотный прям хочу. Блин, как его сделать кислотный цвет? Я просто не пойму, она какая-то, ну... Блять, может вот так как-то? Что это за говно? А, она сама по себе такого цвета. Это четверка. Ну, типа, видите? А я думаю, что за дичь? Типа ничего с ним не сделаешь сильно такого. Полировка. Машина. А похер какой цвет ставишь, да? Ну да, 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 да. Можно и так. Так. Блять, как будто. Ну это максимум, да? О, вот такой цвет, пофигу. Мне нравится. Такой фиолетовый какой-то. Я, типа, никто четверку, наверное, в такой цвет не ебал. Прямо. Карфур сел. Аух, Севан! Быстро, блядь. Уй с ним. С этой четверкой. Аукцион мне нужнее. Стоять! Все, стой, на месте. У меня аукцион. Блядь, там же без... Я, типа, я бы доехал быстрее. Я забыл, что... Я думал, что на автобусе можно дойти. Добраться до аукциона, а хрен там плавал на автобусе, на херобусе, на аэробусе. Блядь. Ну, пока ничего интересного нет. Можно настройки опять с музыкой сделать, я не знаю, как они работают. Блин, у меня все, блядь, игры на 20% сделаны, и их лучше, блядь, слышно. То эта игра, блядь, орала одно время, и меня она бесила, что она пиздец как орёт. Ну, а теперь она тихая какая-то. Сохранить. Ну, сохрани. А, вроде громче стало. Прям заметно громче. Так, давай. Дайте мне стучек раз. Не, ее забирать не буду. Нахер она мне не нужна. Давайте забирайте ее. Я что-то хочу поинтереснее забрать. На аукционе нужно что-то интереснее забрать. А вот это, ну, пока что такое себе для меня. Так, что у нас с записью видео? Чего уже через 13 минут? Ты только сейчас заметил. Да. Давай. Начальная стоимость. Да хоть конечная, мне похер.
Пожалуйста, третьим будет что-то нормально. Опа! Опа, это мой каунтач. Это мой каунтач. Блин, а RX-8, если была бы, вообще идеально бы. У меня бы три машины были бы во владении. Четверка, ГТР и... Mazda RX-7. RX-8, я сказал, RX-7. Давайте по 6 тысяч поставить. Что-то уже многовато за эту машину, я вам так скажу. Да не поднимайте вы руки, я вам сломаю их нафиг. Не поднимайте руки, вам говорю. Умный человек говорит, не поднимать руки. 5 тысяч пробега. Я представляю, с 84 года 5 тысяч только накатал. Или пробег скручен, или... Что это? Блять, она в гараже стояла все время. Представьте, это сколько километров в год? С 84 года прошло, ну пофиг, берем 40 лет. Ну почти 40 лет, 39. Это получается, она накатывала за год 120 километров? Блять, ее забрали! Я запиздился, ребят. И мою каунтач забрали. Ой, блядь. Давайте в другой день. В другой день, как можно быстрее переносимся. Мне нужен другой день. А может быть другой день сделаем на другом видосике. Это видос, это так по хронометражу нормально. Всем удачи, всем пока-пока.